Себе это китайское животное стреляет. Срочно, срочно. До конца. Надо в два склада минимум побегать. Я уже думал, сучу. Нет, конечно, ладно, нет, конечно. К турниру готовимся, на максималке играем. Это Тимати играть учился в Регали, да, татуировками забитый полностью. В моменте я его возорвил до такой степени, что он подумал, что он за мной бежит в Регали, да. Я его настолько бдительно сцепил его, что в моменте думал, что он за мной гонится. Черсеху да? Да. Слышишь,
это уже колесом, как привычка, блядь. Вот он, бля, колёс. Ни разу не попал калёный, говорит. Да, ни разу не попал. Потом говорит, вот он калёный. Вот ты накинул курбан, блядь. Ай, блядь. Не, это нормальная тема, курбан. Я на туре поверил в моменте, что он калёный. Хотя сам видел, что ты в него ни разу не попал, он тебя с первого выстрела убил. Вот он калёный. Да-да-да, когда-то уже добивает тебя, вот надо говорить всегда. Бля, вот он калёный. Ну да, чтобы в азарт вошёл тиммейт. Ушёл туда. Над тобой. И чего, сомнения были ещё ли? Сказал ливанец. Как ему в рот она засунула, не? Чё мы на... Думаешь, сделал что-нибудь? Курбан.